крыши, у нас получилось все то же самое. То есть сначала я ее прокрасила зеленым цветом, да, крышу. Молды наши. Разукрашивала цветы, ну, цветовая гамма, как называется, как мне нравится, да, то есть как в этом молде есть здесь и фиалки, можно сделать полностью фиалковую крышу, да, вот такой вот замечательный молд, смотрите, здесь очень много всяких разных цветов, каких только нету, и хризантемы, и васильки, и фиалки, что-то тут еще есть какая-то вот хризантема, да, розочка, по-моему, здесь анютины глазки. То есть можно сделать ее вообще чисто в одном, да, то есть как бы вот в одной технике совершенно. Вся в анютиных глазках, в голубых оттенках или вся в васильках. То есть все то же самое. Как прокрашивается керамика, тоже показала очень легко и просто. Все вот эти вот эффекты, да, которые у нас есть, цвет желтый и красные оттеночки, то есть как бы на голубой, вот тут вот синеватый, да, на васильках, я добавляла эффектом сухой кисти. Крыша у нас идет просто покрашенная зеленым цветом. Далее вот все вот эти вот элементы, которые, то есть как бы из керамики, они прокрашиваются, тонируются, и клеила я их уже на сухую, то есть как бы залакированную крышу. Клеила также на объемную гель-пасту, очень хорошо садится, очень хорошо держится полностью, то есть как бы нанесла гель-пасту, и потом вот эти вот мелкие, здесь вот это вот элементы травки, да, которые приклеены, это я отрезала нашу искусственную елку, разрезала, да, ну, вы сюда можете, то есть, как бы, придумать что угодно, опять же, ну, там, показывают много мастеров, да, и мох используют, и какие-то, то есть, как бы, наверное, в этих цветочных магазинах, да, можно купить какие-то материалы флористических. Мне просто нравится то, что здесь, как бы, ну, вот это совсем искусственное, конечно, да, можно ее просто помыть под водой. Паста вот здесь вот высохла, видите, гель-паста, да, там объем небольшой, вот где-то она там блестит, но пока она еще вот была как раз вот в таком же состоянии, как и веточки, да, то есть как бы я вот к ним разрезанную вот эту вот елки кусочки прилепила. Наша хризантемка подсохла тоже, я ей добавляю немножечко вот таких вот прям ярких, лета хочется, мне уже хочется лета, я не очень люблю зиму, наверное. То есть как бы вот так же делаю вот такие вот еле-еле заметные оттенки сухой кистью. Вот такие вот цветочки, видите, то есть как бы вот они для крыши, да, то, что у нас получается.